Россия удовлетворена уровнем взаимоотношений Москвы и Будапешта, несмотря на снижение товарооборота между двумя странами. Такое мнение сегодня высказал Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Венгрии. Венгрия наш давний, надежный партнер. Мы очень рассчитываем на то, что планы, о которых мы говорили год назад во время моего визита в Венгрию, будут продвигаться, будут двигаться вперед, осуществляться. Несмотря на известные проблемы и спад в торговом обороте, все-таки мы удовлетворены характером наших отношений, их качеством. Глава венгерского Кабмина, в свою очередь, поблагодарил российского президента за те усилия, которые, несмотря на сложные времена, предпринимает Путин в интересах российско-венгерских отношений. Далее встреча продолжалась без прессы.